Дагестанский боец Амари Ахмедов выступит на турнире UFC в Лас-Вегасе. Бой пройдет в ближайшее воскресенье 9 августа утром. Соперником средневеса из Махачкалы станет опытный Крис Вайдман. Американец с 2013 по 2015 годы владел поясом чемпиона лиги, но из последних 6 боев выиграл только один. Напротив, Ахмедов идет на серии из 4 побед подряд. Дагестанец не проигрывает с 2016 года. В случае успеха он войдет в топ-10 лучших бойцов своего веса.